Я предлагаю залезть на дерево, поискать реку, и надеюсь, мы найдем путь к цивилизации. Ты согласен? Хороший план. Чтобы залезть на дерево, нужны ремни. В машине есть ремни безопасности? Теперь они во всем полагаются на машину. Сплетенный из 300 полиэстеровых волокон, ремень безопасности, как думает Гарри, должен выдерживать до 3 тонн. Я воспользуюсь ремнем. Сделаю из него страховку. Если буду падать, он просто натянется. Минутку. Осторожно. Ты точно в порядке? В порядке. Сработало. Сработало. Все нормально. Вот так. Что ты там видишь? Вижу реку. Туда. Ремни безопасности здорово помогли. Очень. Лианы стали рваться. Довольно страшно. Пожалуй, второй раз я по ним не полезу.